Менее суток остается до торжественного открытия 30-х Олимпийских игр. А сегодня в Лондоне открыл свои двери Сочи Парк, презентационная площадка зимней Олимпиады 2014. Инновации – самое часто употребляемое слово во время экскурсии. Лондонцы смогут отправиться в будущее и полностью погрузиться в атмосферу зимней Олимпиады. Даже виртуальное движение впечатляет. За импровизированными окнами реальный ландшафт, позволяющий окунуться в атмосферу недалекого будущего. Увидит инфраструктуру столицы зимней Олимпиады. Самых смелых пригласят в четырехмерное путешествие. В этом кинотеатре можно попасть в будущее и увидеть Сочи глазами олимпийцев. 4D-подъемник перенесет зрителей на заснеженные горные вершины. В Лондоне сегодня открылся Russia Sochi Park. На мероприятие пришли многочисленные гости, среди которых были президент Национального олимпийского комитета Александр Жуков и зампред правительства Дмитрий Казак. Посетителям показывали презентацию будущей олимпийской столицы. Наш поезд отправляется по маршруту Сочи-Красная Поляна со всеми остановками, где, как не в Олимпийском парке, можно примерить на себя роль настоящего машиниста электропоезда. Очень интересный, конечно, поезд, потому что этот поезд, который будет доставлять посетителей Олимпиады от аэропорта в Олимпийский парк на берегу моря и потом в горы, это, конечно, такой главный транспортный проект. Инновации – самое часто употребляемое слово во время экскурсии. Лондонцы смогут отправиться в будущее и полностью погрузиться в атмосферу зимней Олимпиады. В специальном павильоне, посвященном Краснодарскому краю, можно получше узнать о месте, где будут проводиться игры, стать машинистом поезда, который будет курсировать между олимпийскими объектами. В специальном кинотеатре посетителям будет продемонстрирован презентационный ролик «Сочи-2014» в 4D-качестве.